Байден, он радикализирует и будет радикализировать свою позицию в отношении Украины. И имеется в виду в отношении конфликта с Россией по поводу Украины. Это потому, что Байден считает, что в Украине США добиваются больших успехов. Больше успехов, чем они ожидали. В частности, США думали, что они создают антироссию, а далее они как бы Россия попытается прервать эту антироссию, ведет войска в течение нескольких недель, установить полный контроль над юго-востоком Украины. Дальше они планировали сделать из Украины большой европейский Афганистан для России, истощить Россию в такой войне и потом когда-то победить. Но да, именно поэтому они поставляли в Украину прежде легкое вооружение, которое для партизанских диверсионных действий, ну и другое оборудование. А также обучение украинских войск тоже было ориентировано именно на их деятельность в качестве партизан, проводящих диверсионные операции. Что касается собственных проблем внутри у себя, то там действительно рейтинг Байдена падает, рейтинг Демократической партии падает. Большой вероятность, что они проиграют эти выборы в ноябре, которые будут. У них там растут цены на продукты питания, из-за этого раздражается существенная часть населения, которое бедно живет. То есть проблемы есть. Но они надеются до ноября эти проблемы решить за счет как раз побед на украинском направлении. Ну, к сожалению, вот такая здесь не очень красивая, хорошая ситуация. Знаете, я думаю, что ситуация в Европе будет развиваться дальше, даже как она сейчас развивается, до каких-нибудь серьезного, до какого-то серьезного коренного перелома. Значит, те, кто обвиняет Россию и Путина во всем, они делятся на разные группы. Первая группа – это общая часть большинства населения. Они не обладают информацией. Они уже живут с этой точки зрения не свободным обществом в Европе. Группа уже не та, которая была. Им в отношении Украины дают абсолютно искаженную информацию. Ну, можно сказать, что европейские СМИ в отношении украинского проблемы действуют уже как СМИ тоталитарного общества. Им просто ничего не говорят о массовых репрессиях, ничего не говорят о незаконности украинского режима, ничего не говорят о том, что он убил десятки тысяч людей за эти 8 лет. Они просто ничего этого не знают. Да? Они видят беженцев, они видят, что беженцы украинские побежали в виду того, что российская армия вошла на территорию Украины. Это они рассматривают просто непровоцированную агрессию, невиданную от времен Второй мировой войны. Поэтому большинство населения оно обвиняет Россию искренне, ну, потому что оно находится в состоянии, я бы сказал, функционально отсталости. И вторая группа людей, это представляющие элитные различные группировки, они участники гибридной войны против России. Они знают о том, что они поддерживают конкретно террористический режим в Украине, но они прямо лгут, обеляя этот преступный режим и обвиняя во всем Россию. Они надеются сокрушить Россию и потом как бы компенсировать все свой ущерб за счет ограбления России. Ну, Наполеон, Гитлер, так сказать, это вот их предшественники, можно сказать. Но здесь представить себе, что они прекратят, не представляется возможно, поскольку у них очень маленький ущерб. Да, у них там есть рост цен на энергоносители, рост цен на продукты питания. Но в целом это не тот ущерб, с которым их системы не могут справиться. А страдают Украины, посредством которой они ведут прокси-войну против России. А сами эти страны европейские не испытывают серьезного ущерба от этой войны. Мы испытываем, поскольку мы оказываемся под экономическими санкциями, жесткими весьма экономическими санкциями, они не испытывают. Поэтому они пока будут продолжать. Я много раз уже говорил о том, что российская проблема заключается в том, что они нас бьют, а мы терпим.
они в ответ, мы в ответ по ним ударов по западникам практически не наносим. Нужно было, конечно, проводить в течение всех этих лет идеологическую обработку. У нас даже телевидение по украинской тематике на русском языке не было ни одного телеканала. А нужно делать было несколько телеканалов, условно говоря, социалистической ориентации, там имперской ориентации, православной ориентации, нескольких таких вот телевизионных ресурсов вести. Это должны были быть постоянные ресурсы, которые участвуют в борьбе за сознание населения. Это мы сейчас оказываем сложную ситуацию. Мы освобождаем население, но оно себя не ощущает, что мы его освободили. А поскольку 8 лет пропаганды этой террора действует, и нужно жестче, жестче нужно действовать и в украинском кейсе, и в отношении Евросоюза. Мы должны научиться наносить Евросоюзу американцам неприемлемый для них ущерб. Вот тогда они будут о том, чтобы прекратить. Значит, понимаете, они нас бьют, да, и у них результат такой, что либо они нас победят, либо будет ничья. Ну так никогда не прекратят, понимаете? А у них выбор должен быть не между их победой и ничьей, а между их победой и поражением. И тогда у них возникает мотивация прекратить эту драку. А пока мы все надеемся выйти на мир, никакого мира не будет. В Германии речь идет о грабеже российского бизнеса, российских граждан и... это откровенный акт войны, да? Честно говоря, ракетами можно бить в ответ, да? Значит, это откровенный акт войны. Германия соучаствует в этой войне против России таким образом. Значит, и вот тем, что производит конфискацию с передачей этих ресурсов, прямо на скале, террористическому режиму. Значит, Вторая вещь, что касается Украины, это другая вещь. Там нет никаких российских активов в Украине давным-давно. Там, значит, никто из наших не вел никакой деятельности. Но таким образом, с помощью этого закона, Зеленский пытается подавить партию мира. Там у них партия мира требует выйти на какой-то компромисс, прекратить войну. А Зеленский выполняет приказ штатов в Британии воевать с Россией до последнего украинца. Чем больше украинцев будет убито, тем больше денег получит Зеленский. Там получает примерно $1000 за каждого убитого украинца. Значит, и для того, чтобы запугать эту, так сказать, вот партию мира, которая хоть, так знаете, тихо, подспудно, но действует, он нам говорит: вы партия мира, имейте в виду, что вот мы теперь вас назовем партией, значит, тех, кто поддерживает российскую военную операцию, изъимем у вас всю собственность, в том числе квартиры, изнимем также. Вот вы что-нибудь такое не то написали о том, что не надо пытать российских кулаков. Вы написали это в соцсетях, а за счет этого мы у вас теперь квартиру отнимем и пойдете вон бомжевать вместе со всей своей семьей. Вот о чем речь идет.